Самая волшебная вещь на свете — это медиаторы. Только они способны исчезать там, где их оставил гитарист, а появляться внутри гитары. Но что же делать, если твой маленький дружок постоянно выпадает из рук? Сегодня мы посмотрим на вот такой вот медиатор-коготь. Хотя чего смотреть, давайте пробовать. Если он куда-то улетит, то только вместе с пальцем. Но поскольку он такой же огромный и кривой, как сами знаете кто, ему явно не светит оказаться внутри черной дыры. Если бы я еще попал, был бы вообще замечательно. В руке медиатор чувствуется совсем как обычный. Но только как я, очень длинный и ужасно тупой. А значит, по старой доброй традиции его придется доработать напильником. Как тебе такие медиаторы? Пиши в комментариях.